Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы посмотрим с вами, как цветет древовидная гортензия Нобель. Эта гортензия есть практически в каждом саду. Она очень неприхотливая и не требует особого ухода. Этот куст гортензии растет на улице, за забором. Хозяева его практически не обрезают, поливают тоже очень редко. Для таких условий шикарная гортензия и очень шикарное цветение. Конечно, если бы ее обрезали, были бы соцветия намного крупнее. Это цветение в начале июля, а сейчас цветение мы видим через 2 недели, середина июля. Учитывая то, что этот куст растет на полном солнце, то, конечно, уже появились подгоревшие соцветия. И тем не менее, она радует всех прохожих. Все не перестают удивляться белоснежным шапкам этой гортензии.